Минутку, надо меня сфотографировать. Возле палатки, там, подходи. Хочешь? Есть вопросы, можно задать? Вот.
ты же ушел. А, ну я ушел, потом я ушел там в другую сторону. Лучшие люди, ну, правильно. Да. Их снимай, мне не надо. Я на время снимаю. Мама местная, у нее дома 5 детей. Или больше? 6. Муж. Ну, ребенок. О, видите? И на фоне рынка. Такие там спекулянты. Что-то ты ездил? Ой, ты садись. Попал ты. Девушка? Не надо, не надо, хватит. Вы уже не снимайте, хватит. Лучшие люди города. Вместе учились в школе. Машину сделали. Делай. Делай. А заодно другие сниму. Бежит нету. Это Лена. Лучший продавец. А точнее бизнесмен. Бизнесменка. О. Ну что, будем покупать эти бананы? Да. Денег нет, это жалко. Да ладно. Иногда можно. Это вот детям можно. Детям можно. Товар хороший, а? Это не причина. Наверное, больше меня захотят, да? Ты ж большой. Ты когда только покажешь хоть раз. Ну, ладно, помоги.